официальная позиция Вашингтона, как вы знаете, является совсем другой и не только призывают к диалогу между Баку и Ереваном, но и говорят, что у России есть и должна быть конструктивная роль в этом процессе. Конечно, ни в коем образом не поддержка России, но это как бы проявление стремления, чтобы ситуация вокруг Карабаха не вышла из-под контроля. Я вообще не знаю никого, кто в данном случае как бы хотел чего-то другого. И давайте назвать вещи своими именами. Турция, член НАТО, это страна, с которой у Соединенных Штатов очень сложные отношения и лишних конфликтов как бы с Турцией, Соединенные Штаты и Франция никак не ищут. Это не значит, что хотели бы, чтобы Россия играла, и ОДКБ играла решающую роль в примирении. Это уже совсем другой вопрос. Но раздувать конфликт, по-моему, коллективу Запада в данном случае нет интереса. В этом большое отличие ситуации с Карабахом и ситуации с Украиной. И особенно Франция, они предлагают наладить переговоры. Но вы сами понимаете, ситуация очень деликатная. Не хотят ни выступать против Турции с Азербайджаном, ни против Армении. И это, в общем-то, одна из тех ситуаций, когда действительно есть желание, чтобы это скорее как-то было урегулировано и по возможности не таким образом, чтобы Россия оказалась главным организатором. В отношении Украины есть точка зрения у коллективного Запада, что Украина жертва неспровоцированной агрессии со стороны опасного и большого вооруженного ядерным оружием государства, которым считают является все случаи с Арменией и Азербайджаном видят конфликт совсем по-другому, как конфликт между двумя государствами, у каждого из которых есть свои права, у каждого из которых есть свои законные мотивы, но которые пока не могут договориться, и этот конфликт Западу не нужен, но, конечно, он не воспринимается как непосредственная угроза НАТО, которая НАТО далеко, в отличие от ситуации с Украиной. И в Армении нет на Западе такого государства, которое, если хотите, стало бы главным патроном, главным защитником в рамках НАТО, как в случае с Украиной является Польша. Соединенные Штаты не согласятся на санкции против протеже страны НАТО, которым является Турция.